Приглашаю Евгению Дронь и приглашаю Леву. От нашего к столу вашему. Приветствую всех, кто подошел и еще не застал нашу презентацию. Скажу двумя словами немножечко о себе еще. Меня зовут Евгения Дронь, я основатель, тренер Центра развития женщины Тайны Славянки, студии женственности в Киеве. Ола ола момсулас мугесалвеби да мегтавазобт чем семинар дгэрс калуропи студия. И сегодня я для вас готовлю мастер-класс. Гтавазобт мастер-класс, к которому мы прикоснемся с вами к источнику своего сердца. Румелси чуэн каухсны чуэни гулис цагуэс. И немножечко как отступлюсь от своего мастер-класса, скажу, как значимо для меня сейчас стал этот танец. Благодарю. Мастер-классы, какие вас так любят, ту рауден, там мухтоли, ось цекуачертвис. Я через танец поняла характер грузинок и местных жителей. Я поняла, как нужно общаться с мужчиной, как вы общаетесь, как вы требуете и как вы любите. Чем твой сам цекла мар ахна калуробис картули хасиати, рогори уртертоп, мама кацептан, рогор гарнзеби, момтхолнеби, назеби, как луцеби назеш. И сколько у вас у всех любви, которую вы держите в себе и показываете только, я бы сказала, наверное, более близких своих кругах. Да, раудени сихуарули, да, дадебити энергетика отконечи, ром лепсац, холота хлоп лепсу чуэнебт. Цель моего мастер-класса – показать каждой женщине, что у нее намного больше энергии, чем она об этом знает. Чем мастер-класс из мизания, ром калепс, таванахуру, раудени упро дидиамати, шесацлеблобеби, витремат царумутгениати. И по интересу вашему, что вы интересуетесь практиками, вы интересуетесь фестивалем женских практик, я могу предположить, что сексуальный центр, свой нижний центр, вы уже как бы раскрыли, накачали его энергией, раскрыли свои возможности. Рамденада цукайн да интересовали бурстандавит калта фестивали, мы пикропроб цукайн уже, цукайн сексуальный центр, каварджишет, канабитарет, апсет энергиит. Есть такие в зале? Ария накасетеби. Покажите, есть такие в зале, кто познал сексуальную энергию через практики? Винт шейцуно тавис энергия практики, мы смешу обе ту ария накасетеби. Немного, совсем мало, значит, женечка будет очень интересный опыт прикоснуться у вас, Женечка, к этим практикам. Арсисе Беурни опил хаштасетеби, амтом Женя с Беурни самушау камоучн, да? Она дает именно сексуальные практики, которые направлены на сексуальный женский нижний центр. Калпатони Женя, квадзилев зустат им практика, взрумелиц, гадзилерев, за гаактиурев, сам сексуалур, энергетикас. Вы пробудите эту энергию, она, когда вы почувствуете, она будет очень отличаться от всех ваших чувств, которые вы проживали до этого, я вам гарантирую. Мой опыт потрясающий, я ученица Женечки. Ими чем декрат Женя, такой интенс, а ему же отча и гнутом, раоден гасхове були, а из раца камда и цхорета, раоден весеги у гасхове були к неба, из раца мис чем были к неба, цамба баткой. А со мной мы прикоснемся к сердечному центру. Меки гулис центр, зэв ему же и увидим, что же там у нас спрятано. Да, да, вы не хотите, как всегда, могу. Вы все, как и не только в вашей стране, в других странах, женщины все очень сильные. И в истории женщины, в истории ее рода, женского рода, женской линии, так сложилось исторически, скажем так, да, много было событий, где нужно было выживать, где нужно было быть сильной и спрятать свои чувства за преградой. Калеби, я рамарту сакартвело,
საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყნებში, ძალიან, ძალიან ძლიერები, ისტორიული მოვლენების მანძილზე ქალებს უწევდათ გადარჩენისათვის ბრძოლა და ამ ბრძოლაში ისინი ძალიან გაძლიერდნენ. Я думаю, вы знаете, что такое спрятать чувство, правда? Как только прикасается женщина единожды к какой-то боли, к непринятию ее чистоты, ее открытости, она сразу принимает вот это как бы решение, скажем так, да, закрыться и не проявлять свои глубокие чувства. Кали гугулши адарепс тавис курсновебс да хшилат зэги малавс мас, зэги ар арис квалтус гахстан. Если у вас есть интерес познать другую жизнь, познать изобилие, которое обязательно должно быть соединено с двумя открытыми сердцами, а потом и с третьим, головным энергоцентром. Тут кое-что изнешнелования шеет, но из сиухой, из попуне варац, так как шире пулья сексуалур центр сада кулшорис, там могу я не быть киконе бастанац. Источник каждого энергоцентра должен быть сиять, открыт и не направлен не вовнутрь себя, что вы проживаете тихонечко сами собой, а раскрыт вовне. Эта энергетика бунда, я чувствую, там шик я бунда чавахшу, тараме ты сунда, кава пчинут, кава целирут, так кавхстат. Это и есть тот момент притяжения, исполнения ваших желаний и реальность совершенно другого восприятия, другой реальности вашей жизни. Эс არის იმის საწინდარი, რომ ავიხდინოთ ოცნებები და სულ სხვა ცხოვრება და რეალობა დავიმკვიდროთ. Мужчина идет на эту энергию, он чувствует, что ему будет там безопасно. И у него в жизни тоже могли быть события, где он закрылся и спрятал свои чувства. И когда он попадает в объятия женщины, которая позволяет ему их раскрыть, их тандем семьи увеличивается. Мама кажется, без холода пошитались из этих моментов, и родился из синих тебе, а не похоже, би гулчат хомили, би маграмату шептать из этих кали. Вистанат с мама кажется, у тебя кахс нас тависи, шинагани сакаро, эс талиан каркше деке бабуманс. Сейчас время насилия на планете уже сходит на нет, и когда мужчина идет силой своей воли с насилием, мир его наказывает. А когда он идет в мир с энергией сердца, мир ему умножает его действия. Талия мумрал там было друз планета за цала дубеби, да родес от мама канси моди сим канзрахуй троми хосмо цалате, а мы сам тут мы сам хорош чиз, макрам туи сим моди сим итром кахт нас тави сигули, кола пери каркатарис. Вот как пример, я вам, допустим, скажу, дайте мне хлеб, а у вас его сейчас нет. Вы же не можете мне его дать? Только мы такой какой-то момент сидит пури, да такой нам просто пури, а как-то рано и рано мучает, твердится. Он у вас дома. И с такой танцахши. Также и чувства. Если они есть, мы их открываем там, где они у нас есть. То как что не нужно было, а себе как что не нужно было, их садать есть чем вопрос. И мы сейчас прикоснемся через практическую работу к тому состоянию, когда у вас всегда хлеб в ваших руках. Чего не хлаим, то говорю, у вас еще выхабит родесать пури, овел, то есть чего не хелтарис. Если вы готовы со мной отправиться в это путешествие, тут коим за отхаркам, мы там мог за уробаши. Я попрошу вас сделать несколько действий. Кто трогать, к мне тебе бит, ка имя урод, чем то не ждет. Выключить телефон на звук без звонка, пожалуйста. Эля, вы мне бегам, ань, ухмут, режим, зер, сесть так, чтобы ваши ножки и ручки были не скрещены. И сюда входит руки. И у нас очень удачные стульчики. Почувствуйте, чтобы поясничные прижались и прогнули спинку. Толиан комфорт из камеры, меня нет, визуально, чтобы наш позвоночник оказался ровным, наша спинка должна быть немножко прогнута и головушка чуть-чуть наклонена, как будто бы этой частью мы тянемся вверх. Это потрясающая практика медитации, которая позволит нам сейчас хорошо отдохнуть, восстановить свои силы
быть готовым к новым потрясающим событиям в вашей жизни. Если вы держите что-то в руках, тоже стоит, можно, наверное, лучше положить, и кто в очках, можно снять очки. Начнем? Мы будем без музыки, поэтому вы просто слушайте свое дыхание. Сделайте легкий вдох, а выдох постарайтесь сделать максимально глубоким, насколько вы можете его сделать. Вкусом будет спокойно. Субука чаги сунтхот холу, аму сунтхуай кос, рад шейки пацин. Сделайте еще такой вдох. Очень легкий вдох, такой глубокий. Часто бывает всякие субуки. В каком участке тела вы чувствуете напряжение, сделайте туда выдох. Ай, румел схил чицигурзно, дачи мугло, бастур. Армойнген, утро, микида, микида, батко, не ама сунтва. И давайте доверять мне и закрывать глазки, чтобы чувствовать, что происходит у нас внутри. А, то ли беда, хоть что-то, чуя шинага, организмчи чаги ходят. Закрытыми глазками постарайтесь увидеть, что в пространстве вокруг вас переливаются радужные блики. Армовики нотро, чуинска, шейло, цисар калебис, зетикаска, я чуинка, рвацориса, ахцилия, цисар. Как будто бы шо... Сделайте вдох и выдохните родничком, темечком, который у нас был мягким в детстве. А чави сунтхотто и клипандрубис мэшуэлбит амави сунтхот. И подышите этим местом, родничком, чтобы оно стало мягким. И сяви сунтхотто, эшчуэнк и клипандрубис, сяви сунтхотто, спавшуэш. Вы все помните это состояние? Хомхуэлласунтхотсовском. И когда почувствуете, что ваш родничок стал мягким, вдохните нежные оттенки радуги внутрь себя и пропустите их в сердце. Да, родисад цармовидген чуйни эклибандеби дарбилда, эстисар тэлеби схивеби, чависунтхот эклибандита мивилмано цискуланде. И постарайтесь увидеть, что ваше сердце сейчас в вашей груди переливается красивые радужные оттенки. Тарновит кинут, вам чуен скули, скаршему, эстисар трелис ламази схивеби, суласен калему цулия. Сделайте еще один вдох своим родничком, эту красивую радугу, и проведите ее в свой сексуальный центр по всему телу, наполнив все тело светом радуги. Кейте вертхал чави сунтхот, эстисар трелис ламази. Кинут, вам чуен с организмши, эстисап мизбушти гачта, цисар трелис эмперебит, да? Из тела организм шиясе ламазатарис кашукебули. А теперь посмотрите в своем сердечном центре на эту энергию переливающейся радуги и подышите вместе с ней 5-7 вдохов, чтобы вы увидели, как она расширяется и цвета становятся более яркими. Ахлаки цармовидгнот чуэни гулис центрис гаршемо рогор гасхивос небулия эс цисартрелла, да... Цвета становятся более яркими. Ага, да, шуки хтеба упро натели, да, и смойца тел чуэнс хеус. Когда вы это заметите и почувствуете, сделайте легкий вдох и на выдохе выдохните радугу за пределы своего тела. Да родесац амас цармовидгент, гавакетот мсубуки часунтква, да эс цисартрелла мтели чуэни схеулидан амовисунткот. И сейчас каждая из вас стала волшебной радугой. Титоули чуэнгани тават хдебит жадостнури цисартрелла. Постарайтесь почувствовать это. Шейцадет эс цармовидгинот, шейкшнот. Может быть, немножко изменились ощущения в теле. По поверхности кожи стало более приятно, размытое такое ощущение. Позвольте этому быть, очищается ваша энергетика. Небо мецит там шегрзнебебс упро гадзилирдес, амит ткуэни энергетика ицминдеба, субтавдеба. И теперь снова посмотрите внутрь своего сердца.
и се гулче чави груди, та гулмкерт ши чави хедо чуени ши наганим зерит. Радога внутри вас до сих пор осталась. Чуен скулев ши ши сарт элла джерки дев дарча. А теперь представьте, что вы в этих цветах радуги находите белый свет. Та цармовидирот ром ци сарт элли самперепши упаулоб цакутар тавс. Он теплый, живой. Из цоцхалия твилия. Он как будто бы раскрывается маленькой спиралечкой, маленьким сиянием, маленьким источником. Титкос из спиралур моцраубепс асрулепс рагац рбили, рбили твили царуарис. Та асрулепс асет спиралур моцраубепс. Побудьте с этими ощущениями и посмотрите, как этот свет начинает теперь тоже увеличиваться. Так, а ведь там такой шейкерзный бептанер, тогда шейкерзный трогор изрде байди. Тот, кто однажды прикоснется к этому источнику белого сияния внутри своего сердца, никогда уже не потеряет с ним связь. Минский эртхен шейхеба тависи кули сам тетринатебас из масахара суда сахартакаркас. Это свет души вашего внутреннего ребенка. Вашей маленькой внутренней девочки. Ваш свет, с которым вы пришли сюда, родившись у мамы на ручках. Просто побудьте в этих ощущениях и вспомните, сколько энергии привносит с собой ребенок, когда рождается. В груди, сколько света в него. Кальмартоти там ткан шейкерзнебе птанер тата, шейкерземи ту рамтхела сихару лиму акус павшу ставали вас. Если будет ваш путь познания, любви и возвращения этой энергии себе, вам нужно будет нарабатывать эту практику и взращивать сияние белого света в сердце. Таткан мус эс энергия, он был трюсом, да, шейкерзнебе ткан ставши, да, таубу. Если у кого-то идут слезки, это говорит о том, что вы открываете свои завесы не чувствовать, не любить. И с этой минуты вы будете больше чувствовать и больше любить. А теперь постарайтесь посмотреть закрытыми глазами, почувствовать радугу в этом зале. Вы заметили, что она ярче? Каждая из вас стала частью этой радуги. Сделайте вдохи всем телом, вот так соберите в себе эту силу. Чай сундкет хромат, телетали без мокрыбит. И скажите себе, разрешите себе, я хочу жить с любовью в сердце. Да утхарит сакутар тавепс, ромны минда витхору. Чем сундкет, проявлять любовь, хочу любить, проявлять любовь. Кюхвардес да кавцет, кому вам шарнут если парули. И быть источником этой прекрасной энергии здесь. Да вот ам энергии шисанчинавит ару. Вы можете открыть глазки. Потрите ручками. Пожимайте ягодички. Хорошенько пожимайте, нужно все вернуться. Поёжитесь. Когда у женщины открыт и работает сердечный центр, она практиками энергетическими сердечного центра может защищать и оберегать своего мужа, своих детей, в какой бы части планеты они находились. Также можно защищать и сексуальным центром, энергетическим потоком, юбкой, как можно выразиться, да, своих любимых. Это определенные вибрации дают защиту от, сейчас расскажу.
скажу, повторю. Значит, сексуальный центр от определенных низкочастотных энергий защищает нашу семью. Сердечный центр – это уже высокие частоты, другие вибрации и уже более сильная сила защиты. Сексуальный центр – тависи магали сихширебит, эртерти гамцаве энергия, да. Гулис центр – кида упро магали сихширебит, ари иси эртерти гамцаве энергия. И вы сейчас узнали, как работает ваш сердечный центр? Эха чуэнчуэвит, ой, трогор мушау, чуэни гулис центр. Вы прекрасны. Такой мишой не напихать. В зале сияет свет ваших сердец. Благодарю вас за эту практику.